Еще одно дорожно-транспортное происшествие. В этот раз в Краснодарском крае на автотрассе Новороссийск Порт Кавказ столкнулись туристический автобус «Мерседес» и автомобиль «Хёнде», в котором находилась многодетная семья из 6 человек. В легковом автомобиле погиб мужчина и ребенок. Остальные 4 человека госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу. Никто из 9 пассажиров автобуса не пострадал.